Школьница погибла на железнодорожном переезде в Миассе. 15-летняя девочка попала под грузовой поезд. Сообщается, что машинист, увидев подростка на путях, применил экстренное торможение. Но расстояние до девочки было уже достаточно коротким. Школьница скончалась на месте от полученных травм. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя Уральского следственного управления на транспорте СК России, сотрудников транспортной полиции. В настоящее время следственными органами проведен осмотр места происшествия, осмотр предметов, опрашиваются родственники пострадавших, одноклассники, работники локомотивной бригады. Устанавливается круг общения несовершеннолетней с целью выяснения условий ее воспитания. Сейчас ведется проверка, выясняется, что она делала на железнодорожных путях и почему не увидела приближающегося поезда.